Я всю жизнь живу на Алтае, в самом высокогорном районе Кашагачском. Это земля снежного барса. И я сейчас сделаю все, что от меня зависит, чтобы этого зверя сохранить для наших детей. Я Леонард Таханов. Работаю в дирекции особо охраняемых природных территорий Республики Алтай. И еще руковожу общественной антибраконьерской бригадой. Моя работа – сохранять природу Алтая, охранять снежного барса и других животных. Природу коренные жители Алтая почитают издревле, считают священными горы, реки, животных. Но с веками традиции утрачиваются, законы предков уже практически не действуют, а молодежь живет по своим понятиям. И мы решили, нужно наши традиции возрождать. Так появилась идея общественной бригады. Собрали несколько добровольцев из числа местных жителей, тех, у кого душа болит за родной край, и начали работать. Официальных полномочий у общественных инспекторов нет, но наш инспектор может обнаружить нарушение, сообщить о нем в официальные органы, а главное – поговорить с людьми, попытаться их переубедить, объяснить им, что необходимо сохранять свою же землю и свои же природные богатства. И вот в 2017 году, к нашей огромной радости, мы эту поддержку получили от Всемирного фонда дикой природы и компании «Пернод Рикар». Помощь была просто бесценна. Это вывело нашу работу сразу на другой уровень. Общественные инспекторы получили обмундирование и технику. Бинокли, GPS, навигаторы, камеры. Автомобиль у нас непростой. Самый верный наш помощник на Алтае – УАЗ. Помощь у сторонников ВВФ всем миром на него собирали. А до этого мы передвигались только пешком и никуда не успевали. И вот теперь мы получили такой шикарный подарок, и работа закипела. Мы начали обучать инспекторов, патрулировать территорию, где обитает ирбис, искать нарушителей, предупреждать нарушения, разговаривать с людьми, объясняя им правила охоты и рыбалки. Выше по реке на 200 метров заметил двух рыбаков. Принял тебя. Не все и сразу идут на контакт. Некоторые могут кричать, ругаться и даже угрожать. Но надо быть терпеливым и не опускать руки. Кажется, ну что могут сделать несколько человек без полномочий, без официальных корочек? Но это не так. Многие знают, в горах наши инспекторы постоянно. В 2018 году у нас в Кашагаче появилась первая статуя снежного барса. Это тоже подарок ВВФ России и компании «Пернод Рикар». Это самка Вита и два ее котенка. Они погибли от рук браконьеров, попав в петли, которые браконьеры поставили на кабаргу. Это последние кадры ее котят. И памятник будет напоминанием нам, как человек может быть жесток и какая хрупкая наша природа. Браконьерство, как и любой криминал, невозможно полностью искоренить, но можно максимально сократить количество нарушений, предупредить их. Особая радость, когда видишь на кадрах с фотоловушек котят. Это значит, у ирбиса есть шанс выжить. Молодые снежные барсы потом сами перенесут потомство. В последнее время часто можно услышать, то там видели след снежного барса, то тут камеры зафиксировали ирбиса, то кто-то видел барса вживую. Значит, работа идет не зря. Значит, надежда есть. Ирбис уже не сможет выжить без помощи человека. И мы сделаем все возможное, чтобы его сохранить.